Слышь, халявный лут не нужен? А? Нужен? Тогда гоу за мной! Самый халявный лут в игре 7 Days to Die. Лут без проблем. Просто заходи и забирай. Идеальный вариант. Никаких сражений с зомби, только лут. С вами Crablen Games. И сегодня я расскажу, в каких домах и как забрать халявный лут без особых проблем. Погнали! Перед началом попрошу подписаться, прожать колокольчик и оставить пару комментариев, друзья. В этом большом здании, помимо вкусного халявного лутика, есть еще библиотека. Но для того, чтобы получить к ней доступ, придется не слабо так повоевать с зомбями. Проще всего залезать вот здесь. Ну а мы, тем не менее, вернемся к основному луту в этом здании, который можно халявно забрать и просто убежать. Здесь достаточно вкусный лутик. Драконить надо где-то вот здесь. Для этого вам понадобится молоточек. Спокойненько проникаете вот здесь, собственно говоря, прямо у входа. И спускаетесь аккуратно по лесенке. Лучше здесь, конечно, немножечко раздолбить, чтобы вылезать было проще, но мы сейчас этого делать не будем. Люк лучше закрыть. И необходимо закрыть вот эту дверь. На всякий случай. Как вы слышите, зомбики уже там начали немножечко колотить, но у вас куча времени для того, чтобы спокойно забрать весь этот лутик, они вас не побеспокоят. Здесь вот присутствует огромный прочный сундук. Ну, естественно, отмычки вам понадобятся. Куча ящиков, куча всякого нужного. Очень-очень вкусненько здесь. В этом комплексе зданий тоже есть халявный лутик, но его надо забирать достаточно осторожно. Для этого необходимо подойти вот сюда. И нас интересует именно вот это первое окно, друзья мои, на втором этаже. Не стоит залезать в другие окна, иначе будут серьезные проблемы. И заходим. Вот он, собственно говоря, лутик. Но есть маленькое предостережение. То есть здесь достаточно много лута, три ящика, один огромный сундук, плюс еще большая куча боеприпасов. Но все у вас будет хорошо, пока вы не пойдете вон туда. То есть здесь спокойно можно забрать лут, никто, никаких проблем не будет, потом выбежать обратно точно таким же путем, как пришли. Но если вы выйдете вот сюда, вот тут-то и у вас и начнутся серьезные проблемы. Так что, друзья мои, не совершайте этой ошибки. Очередной комплекс зданий с халявным лутиком, друзья мои. Он находится на крыше прекрасной библиотеки. В библиотеке где-то 4 или 5 зомбей. В принципе, достаточно много литературы, но нас интересует крыша. Нам не понадобится ни для проникновения к лутику ничего. Ни лопата, ни топор, ничего. Просто кубы. Мы залезаем наверх. Оп, и вуаля, друзья мои. Вот он лут. Абсолютно халявный, чуть похуже, чем в предыдущем комплексе зданий. Но, тем не менее, никаких зомби здесь нет. Никто на вас не сагрится, просто приходите и забираете. Это вообще прям идеальный лут. Довольно часто попадающийся объект — угольная шахта, в котором тоже есть халявный лутик. И забрать его довольно-таки просто. Запрыгиваем сюда, крыша здесь не металлическая, а тканевая, просто прыгаем сюда, открываем люк, дверку лучше закрыть на всякий случай, и вот он, собственно говоря, лутик. Пожалуйста, два ящика, казалось бы два, но на самом деле их больше. Вот здесь вот зарыт еще один ящик. Ровно под боеприпасами. Вот он, еще один ящик. Так что вот так вот, лутик спокойно забирайте, хотите полутать вот это, уже есть риск того, что зомбики вон там стоящие сагрятся. Перед нами прекрасный двухэтажный дом с халявным лутиком. Опознать его довольно просто по тому, что здесь есть гора земли рядом с входом, оголенные трубы и бетономешалочка. Опознать его довольно просто.
И лутик лежит вот здесь. Для того, чтобы его достать, нужна любая лопата. Погнали. И вот он, наш прекрасный лутик. Здесь у нас обычно два ящика, немножечко патронов и, собственно говоря, укрепленный сундук. Все довольно просто, друзья мои. Заходите, забирайте. Перед нами очень классное здание. Здесь есть супер кукуруза. Здесь достаточно большое количество кабанчиков. Здесь приличное количество цемента и большое количество гнили. Но нас интересует не это, нас интересует халявный лутик. Поэтому мы двигаем на задний двор. Находим прекрасную красную клетку. Пройти довольно сложно, я думаю. И нам нужно ломать пол вот здесь. Спускаемся вниз по лестнице, и вот он, халявный лутик. Никто его здесь не охраняет, никого здесь нет. Спокойненько забираем. Три ящичка, плюс сундучок укрепленный, плюс немножечко здесь по мелочи всякого разбросано. А вот если вы пойдете дальше, вы попадете к уникальному прекрасному монстрику под названием веселая свинка, да, зелененькая. Но мы туда, собственно говоря, сейчас исходим. Чего бы и нет. Вот она, прекрасная. Прекрасная, радостная свинка. Вот так вот выглядит. И она достаточно мощная, поэтому если вы неудачно сюда пройдете, то можете от нее, в принципе, огрести. Дорогие подписчики, если я вдруг забыл какое-то здание или о нем вообще не знаю, пишите, друзья мои, об этом в комментариях под видео. И дополним, усилим и расширим, как говорится. А на этом плавненько все. Не забывайте, друзья мои, подписываться, прожимать колокольчики и оставлять комментарии, друзья мои. Это очень помогает развитию канала. На этом, в принципе, все. Не забывайте про канал Crabble & Games, друзья мои. Присоединяйтесь. Всем удачи и до скорых встреч. Парам-парам-пам.